Всем здорово, парни! Как всегда, с вами Намко. Сегодня мы играем, естественно, ММР или РММ, как он правильно, не знаю. В общем-то, буду играть на саппорте, на полене. С приходом нового патча 6.8.6, по-моему, да, если я ничего не путаю, слил 500 ММР прям сходу, не знаю, прям игру за игрой проигрываю, не могу вообще ничего сделать, вообще нереально. Не важно, на ком я играю, я все равно проигрываю. Ну, я обычно играю на саппортах, но тем не менее. Практически каждую игру я проигрываю. Не знаю, что случилось, вроде играю так же, но никак. Не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Я не хочу первым пикать дерево, потому что... А хотя... В принципе, пойдет. Так, могу в лес пойти. Не надо, стой, пацаны помогут на линии. Пацаны, пацанчик. Так, что-то ухо зачесалось. В доту не играл уже тоже достаточно давненько, если честно. Последнее время играю в КС, как-то... разноображу. Дота немножко уже поднадоело. Ну, не то что, знаете, я вот когда начал проигрывать матч за матчем, что-то мне вообще прям не понравилось. Я вот пошел в КС играть и что-то завис в КС, там звание поднял даже. Вот Риз 2 у нас в армии был, по-моему, сержант. Да, когда я еще, так скажем, был малый глуп, был у нас сержант, который говорил «Рись-дву! Рись-дву!» Мне это пиздец как убивало. «Дву, блядь!» Какой-то татары, не знаю, как можно вообще так говорить «Рись-дву!» Да, пик, конечно, у них пиздец, ну ладно, чё. Эх, ух, нем. Бам! Бам, бам. Вот такой вот у нас будет закуп. Я знаю, что я долбоёб, но... Я всегда так играю на поле, если честно, ребят. Закуп дебильный, но на самом деле... В начале он ему очень хорошо заходит, так как... Постоянно надо подхиливать. Подхил стоит 50 маны, не так много. А базилка помогает нам в регенерации. Ну, в принципе, можно закупиться бутыльками на ману и там веточками. Ну, в принципе, стандарт, что им там идет. Вот щиточек можно. Ну, вот с таким, знаете, можно взять одну веточку, два бутылька, 2-3 бутылька на ману. И, в принципе, колбу брать не надо, щиточек и ветку. То есть... никогда не понимал вот эти вот закупы, рекомендующиеся герою, рекомендуют закупаться хилом, у которого есть хил. То есть это такой бред, ему нужна мана, а не хил. То есть, ну короче, вы поняли. Рис-дву, рис-дву. Руну мы как истинный, истинный саппорт пиздим. Нет, я лошара, блядь. Лошара. Ну, я надеюсь, что мы здесь не сильно будем выебаны в жопу, так как у них пик очень жестокий, если честно. Ну, дело, конечно же, здесь не совсем в пике. Дело в руках. В принципе, как и в любой игре. Неважно, какой у тебя будет пик, если ты не умеешь им играть, то ты можешь напикать хоть супер комбу, ну, блядь. Если ты без руки уебан, то иди нахуй. А, вот так. Здесь нет никого. Не скучай, Угар. Странно. А у них должен быть здесь Дум. Я его не наблюдаю. Ага, наблюдаю.
Вот минус такого тренда в том, что он в размен не очень хорошо может идти. То есть вот сейчас по-нормальному я бы с щиточком пошел пиздить дума, да, в размен кулаками, так как с руки мы бьем достаточно больно. Но без щитка, конечно, размениваться, если он не начнет от нас убегать, он будет с нами размениваться, это не очень хорошо получится. Мы просто получим пизды, к сожалению. Поэтому такое дерево с таким затаром может только играть, сука. Вот уёбок, что он делал, поняли, да? Может играть супер пассивно, то есть стоять за... Я не знаю, как правильно отводить отсюда, если честно, никогда этого не делал. Точнее, делал, но это было очень-очень давно. И, возможно, сейчас не получится. Скорее всего, надо было еще купить ботинок. К сожалению. Тайминг надо выдержать. Тайминг, ну, хотя бы одного крипа. Хотя бы так. Рис 2, 3. Сука. Все кончено, ебло. Вот эта петушатина потихоньку ходит кушать сюда крипов. Поняли, да? Надо эту кормушку ему немножко прикрыть. Я еще чуть не отвел. Ну, в принципе, если бы я был щитком, да, наверное, все-таки я возьму щиточек. Я бы с самого начала его гонял, да он, в принципе-то и не подходит, видите, он не особо-то и агрессирует. Вот он понимает, что ему здесь особо делать-то нечего, но... Сейчас вот. Сюда, сюда! Рис два! Ух ты! Какой там раньше-то, вы чё, ебанулись? Животное. Блин. Мы его все равно под землей не убиваем, так или иначе. У него и у меня сапогов нет. Рис 2, 3. Кого подхилить? Хил. Блять, надо было трента, что ли? Сука. Не живет. Можно ВК развалить, он третий левел. Хорошо. Каша, нормально. Так. Сейчас, возможно, надо будет выручку хилнуть. Оставлю хил. Нет. Походу они ушли. Так, кстати, можно от воды мутить, что-то я забыл. Совсем. Так, инвокер у нас через... А что, через огонь? Через огонь. Сейчас убьет. А, это какаш. Не понял. Походу, обычный вар стоит. Я думал, центря просто. А, он фармит, поняли?
Вот уёбок-то. Так, а где, походу, там стоит? Животное, успокойся. Пока я тебя ёбыч не вскрыл, сука. Ай, хорошо. Вот это мы ебоши, парни. Еще в армии был случай. Опять же, когда я был малый глуп. Шли мы как-то на полигон, точнее бежали. Я был в сапогах. Было это зимой, до полигона, в общем-то, 7 или 8 километров по лесу. Вот. Ну, соответственно, вы понимаете, служил я в Питере, ну, первое время в учебке. По лесу до полигона километров 7-8, соответственно, дороги какие там, понимаете. То есть там дорог практически нету, по сугробам бегом. Вот. Ну, да, это армия, такое бывает. При том, что ты в валенках, в ватниках. Ну, я был в сапогах на тот момент, но обычно, если очень холодно. Конечно же, ватники, валенки и все такое. Что такое ватники? Ватники — это теплые штаны. Штанишки, да, тепленькие. Вот, ну и, соответственно, фуфайка твоя, как она называется, бушлат или как, не помню. Бушлат. не помню, как правильно называется. Забыл что-то. Ну, вот, как бы... А, про что рассказывал. Вот, в общем-то, бегу я в сапогах, блядь. Рота бежит, естественно, с нами сержанты. Офицеры, точнее один обычно всегда был с нами. Так, можно отводить, в принципе, забыл опять. Ловить дома. Так, я смотрю, может кого подхилить просто. И туда, и сюда, понимаете? И здесь надо, и тут надо, и там надо, и вон там надо, и тут, и здесь, и везде. Блять, надо было их хилить, сука. Ладно. Срочно. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, отводы, забыл. А, так вот, и бегу я, короче, по этим сугробам ебучим. И застревает у меня нога в сугробе. Я ногу вытаскиваю, сапог в сугробе, нога наружу, блядь. Ну и вот, с учём. Копошусь, ладно, сейчас отведу, расскажу.
Хотя здесь не пойму, надо будет двойной, не надо будет делать. Да, все-таки надо. А, вот уебище, все сожжу. Блядская тварь, я тебе выброшу, стой, иди сюда. Да сюда, тетка, да, блядь, куда? На суки, блядь, на еще. Вот сука под землей, а. Да, под землей его трудно убить, конечно. Ну так вот, застрял у меня нога, и копошусь, и сзади кто-то. Как я не помню, сейчас вспомню, как сказали. Ну я не помню, но в общем своими словами. Типа, хули ты там копошишься? Ёбок. Я вообще думал, что это кто-то, ну, типа, из своих. Вот, пизданул. Я сначала подохуел, что мне такое сказали. Я думал, тут своих, блядь. Я, блядь, сейчас вспомню, что сказал. Бежи, суку! Да. Вот, мне говорят, хули ты там копошишься, блядь. Я говорю, пошел нахуй. Чё? Вы чё? Тихо. Без резких движений, парня. Слишком, блядь, нерезкий. Ой, я говорю, иди нахуй, ёбок, и разворачивайся, а там ебала сержант. Вот. И всё, сапог вытаскиваю. Ну, я, конечно, подохуел, что так получилось. У нас с этим было все строго. Вот, ну в учебке. До учебки я служил. В обычной части. Там, где не было устава. Вот, а там, где был устав, там было строго с тем, чтобы там. Нагрубить сержанту, я ж не говорю о том, что там подраться с ними там и так далее. Вот. Сейчас да расскажу попозже. Животное, куда собралось, блядь? Сюда иди, блядь. Ну, мы его, конечно, не убьем. Не-не, ну тут пиздец, они меня даже пропустили. Иди нахуй, тварь. Надо собирать блинк. Да, ну ты ебанутый, конечно. Что-то они на мид позарились, походу. Надо отшугнуть эту шайку, блядь. А, не-не-не, ребят, надо собирать не блинк, надо собирать аганем. Ну вот, я, в общем-то, подохуел с того, что я послал нахуй сержанта. Вот. И он подохуел, он сам охуел. Вы видели его лицо, конечно. Пойду я, наверное, сюда. Все, я сапог вытаскиваю и ебу оттуда.
Быстрее. Тут как бы все бегут. Все так быстро, быстро, быстро. И все, я типа раз, пошел нахуй, сапог вытаскиваю, побежал. Ну прежде чем я побежал, конечно, я обернулся, посмотрел, кому я это сказал. Ну, он там что-то возразил, но как бы я уже был далеко на тот момент. Ну вот, а потом мы на полигон прибежали, он такой, типа... Ах ты, сука, салинская! Тебе все ебать, я начал, забью все дынь! Животное ебаное. Тусуйся. Вот, он, короче, такой, стояли мы где-то за будкой там. Что-то инвокер, что ли? Казалось, наверное. Он такой, слышь! Такой, слышь! Ты чё, охуел? Мне такое, типа, говорить. Ну, а я чё, ну, как бы назад-то деваться уже некуда. Ты же не скажешь, ой, извини, всё это хуйня. Вот, я говорю, чё, иди нахуй. Да, прям так и сказал. Я реально так сказал, потому что, ну, выбора не было. Как бы, я пока бежал до полигона 7 километров. Я уже обдумал, что делать-то. По-любому думаю, ну... За это он будет, типа, блядь, пиздеть. Вот, и я думаю, что же делать, блядь, как же быть? Ну, я решил, блядь, идти до конца, нахуй, и чуть не заебашил. Ну, конечно, блядь, меня сдержали. Да. Семеро держало, пиздец. Так бы я был, конечно. Не, на самом деле, я бы, конечно, въебал, если бы мы не в армии были, по-нормальному, но... так как мы были в армии, тем более в учебке. Это категорически запрещено. Так, надо где-то фармить. Надо где-то фармить. Это вообще не вариант. Вот здесь тусоваться с ними, блядь. Просто... По сути, мы можем ходить... Дынай, дынай, дынай. Ебать, они конченые, сука. Есть нахуй. Есть нахуй. Попал я нормально так. Прям чётенько. Верка ёбнутая, конечно, здесь. Свен, а тебе БКБ здесь не надо? Типа, ты какую-то хуйню фармишь. Понял смысл этого ульта, конечно, блять. Ну нахуй, вот так вот, давай, мести говно. Иди нахуй. Ну, у них пик, конечно, очень жесткий. Здесь нужно всем БКБшки, во-первых, собирать.
Ну, во-вторых, за меня играют какие-то отбитые ебанаты, которые игнорируют вообще, блядь, такой артефакт, как БКБ. Верка собирает Аганим, то Акаш собирает Аганим, это долбоёб собирает хуйню. Как бы здесь все понятно. Я говорю, я не могу выиграть абсолютно. За меня вот такие вот ебанаты играют. О, боже, бля, я не знаю, ребят, что делать, реально. Как бы, ну, я плохо играю. Вот в чем я плохо играю? В чем моя вина? Я вроде все делаю, что надо, хиляю, варды покупаю, блядь, в замесах участвую. Что я не так делал? Почему я всегда проигрываю? Сука, почему нахуй? Что я не так делаю, блядь? Разберите мои игры, пожалуйста. Я нормально играю. Что я не так делаю, блядь? Здесь я много пизжу, я мог бы играть чуть лучше, конечно же, если бы не снимал. Ну, блядь. Даже если бы я не снимал, все равно проебал, потому что за меня вот эти олухи играют. И они в каждой игре за меня. Почему-то вот с приходом этого патча ебанутого я ни одной игры не могу выиграть. Я там из 15 игры 3, что ли, выиграл. И то, наверное, случайно. Пиздец. Я все-таки не буду покупать им варды. Вот это последнее. Потому что, ну, нет смысла. За меня играют ебанаты. Лучше сам буду фармить какие-то артефакты. Приобретать. Тратить все деньги на варды команде, типа, которая по-нормальному должна нафармить и затащить, в то время как она будет фармить, она должна видеть карту, чтобы их не гангли, но при этом она не затащит. Они не затащат. Прям 90%. Блять, пиздец, дум бесконечный, нахуй. Да Акаша ебанут. Почему она не убежала, нахуй? Я не понимаю, почему? Я дал все, чтобы она убежала. Она что, там останавливалась или что, блять? Я не понимаю, нахуй. Блять. Короче. Ой, нет, я продаю эту хуйню. Да тут нет смысла, ребят. Это полный бред. Вы видите, какие ебанаты здесь играют. Смотрите, блять, подсало меня. Подсало, подставили! Понял. Как-то он может меня видеть, сука, если я, блядь, в инвизе. Иди нахуй, дичь. Где этих долбоебов убили? Вот каждую игру вот такая хуйня, ребят. Реально, ну, не знаю, что делать. Просто нереально выиграть. Вот, вот именно с появлением этого патча. Я сначала не обратил внимания, вроде играю, потом зашел такой список игр, смотрю, ну, начал вроде как-то постоянно проигрывать, думаю, что-то не то, блядь. Зашел список игр, посмотри, смотрю, у меня одни поражения, просто сплошь одни поражения. Пиздец, охуенно, думаю. Вот, даже ебаная вот эта вот хуйня собрала БКБ. Дум без БКБ, ну дум, может быть, потом соберет. А этому долбоебу БКБ не надо. Ай, в инвизе. Ой, пропал. Лови говно! Вперед! Куда, швы?
О, нашел Дума. Я дам хил, бей. Ну они просто как дауны отдались, это понятно, что не мы сильнее, они как долбоебы сыграли, там ВК подставился и пошло-поехало из-за этого. А, все равно мы не выиграем, здесь в принципе уже было понятно. Они без БКБ не смогут вообще драться здесь. Вот этот долбоеб Муншарт себе собрал, чтобы быстрее бить, но даст ли кто ему бить здесь, понятно. Как он собрался здесь бить? Вот объясните мне, пожалуйста, как он собрался здесь бить? Конечно, понимаешь, что нужен дэмэдж, там все такое, чтобы убивать, но, блядь, тебе бить никто не даст здесь, ты будешь просто умирать, блядь, за 2 секунды. Элементарно с прокаста инвокера и все. Тусуйся, дичь голёмая. Оп. Не по зубам я ему стал, не по зубам. Да. Полено просто так не взять, не. Блять, не надо, чуть-чуть догонимо. Прям вот. Крохи, крохи. Сука, идите нахуй, твари. Оп, тусуйся. Он не может меня видеть. А нет. Блять, как они меня видят, я не понимаю этого, нахуй. Чтобы убить Полена, нахуй, они глобал юзанули? Реально? Ладно. Я, видимо, что-то, блядь, недопонимаю, как юза инвиз, он меня видит, блядь. Либо у них сентри, либо мне что-то это сбивает. В общем, что-то, видимо, я недопонял. Это обновление ебучее. Может, блядь, я просто долбоёб. ВК подобрал Оэгис. Хилю-хилю, что-то вообще не хилится. Они на мид идут. Еще прыгнут. Не понимаю, куда они вообще собрались идти. Они тупо пошли фармить дальше. Mm-hmm.
Надо, наверное, продать базилу, хотя не буду. Я вообще считаю, что драться за эту хуйню не надо. Пусть забирают. Ну, с горем пополам огоним на капал. С большим горем. Надо смотреть, есть ли у них варды, гемы. Тяжелая игра, ребятки. Ну, мы здесь 90% проебем, но пока держимся. Как бы вот начало проеба. Хил я проебал, как бы это ворохилю. Она подставилась. А Лена не труа. Вот. Вот, лопа, вот. Я хуею. Нахуй ты это стало? Да не, я говорю, вот эта тварь подставилась, как бы вот начало. Я не понимаю, как этот долбоёб меня видит вечно, блядь. Как нахуй он меня видит? Я этого не понимаю. Он чё, ёбнутый? То ли мой инвиз кастуется не сразу, я это знаю. Но он успевает меня поднять метра, и когда я опускаюсь, инвиз у меня пропадает. Я одно объяснение могу этому дать. Как он, блядь, может меня видеть? Какой бред, блядь. Пойду варбить. Опять хил проебал, и это подставил. Боже, ну, ребят, вы видите, это нереально. Вот с такими даунами, ну, нереально выиграть. Нереально, когда, блядь, ты сидишь на базе, закрытый противник лазит вокруг базы, пытаясь кого-то выцепить. Этот долбоёб идет сюда фармить, блядь. Просто забейте. Вот этот... даун подставился, мы сторону проебали. Сейчас этот даун подставился. Но сейчас, слава богу, мы ничего не проебем, потому что у них нет инвокера. А если был инвокер, мы бы еще сторону въебали. Понимаете? Вот как-то так. Где команда наша? Команда где наша? Салам, салам.
пиздец ее не задел. Что, одну цемку убили только? БК пришел. Вот эта шваль начинает собирать БКБ. На 37 минуте. БКБ, который надо... А, нет, это дезолятор, извините. Не надо ему БКБ. Хорошо, хорошо. Вот этот долбоёб тоже БКБ собрал не сразу. Благодаря чему мы начали вначале сосать. А если было БКБ, не факт, что мы бы сосали. Пидоры, отъебитесь от меня. Как вы меня заебали. ВК, конечно, уже очень много. Go kill him. Go, go, go. Опять ветерок сбивает, я понял, ветерок сбивает мне инвиз. Просто до этого как-то я не сталкивался с этим. Все, я шел в инвизе, дали ветер, я уже не в инвизе. Я не знаю, по-моему, раньше такого не было, видимо, с обновлениями. Может, и было, я не знаю, раньше я этого не замечал, хуй знает. Но мне кажется, не было. Я бы заметил. Лорд не хиляет. А кого хиляет тогда? Кто знает. Крипа, наверное. Так, ну в принципе, не знаю, лес особо вардить нет смысла. Они эту сторону уже снесли. Кого? Меня захексил, сука. Да, блядь. Пошли нахуй. Ну тут уже все это. Осталось только подождать, когда они снесут нас. Здесь очень сильный перефарм. То есть мы чисто физически, блядь, проебал вниз. Не сможем вытащить. Алло, блядь, где кнопка D, нахуй? Что-то потерял. Да, потерял маленько. Братан, дальше сам. Я мы их развалили.
А может, еще не все потеряно? Не, на самом деле, ну, в принципе, судя по лейту, конечно же, у нас есть шанс. Но... Так, ой, ДДшечка. Еще беру. Но у меня есть большие сомнения по поводу шансов. По поводу людей, с которыми я играю, как-то фиг знает. Думаю, что все-таки они не способны на камбэк. Хотя вот эта драка была неплохой, но всего лишь одна драка, где и то были, по-моему, не все. Поэтому... Это... Не показать. У них здесь варды, и он пытался метеором разбить мое дерево, которое я... Хотя я там был в инвизе. Может, у них там СН3 стоят. Хуй знает. Ну, ВР-ку стерли, все. Как бы, я говорю, я сразу сказал, что они не способны на камбэк. Видите, они тупо, они слабее, но они, видите, подставляются, лезут драться. Верка умерла, ну, все. Да, шилу достал. Не, я говорю, вот в каждой игре вот такой мусор за меня играет. И, конечно, в этой игре тоже мало что сделал. Вот ходил, хилял, ну, блядь, такой герой, не знаю, что я мог еще больше сделать. Ну, я, по крайней мере, так не представлялся, как они. Я, блядь, нормально, адекватно играл. Ну, как-то так, ребят. Не знаю, вот в последнее время я не играю в доту, вот из-за этой хуйни, я не знаю вообще, что произошло. Ни одной игры не могу выиграть вообще. Вообще ни одной. Блять, не знаю, ребят. Полная хуйня. Наверное, скоро КС-ку буду снимать. Что-то подзаебала меня эта хуйня. Ну, из доты сделаю какую-то хуйню, я вообще не понимаю, как надо играть, блядь, чтобы выиграть. Это вообще бред. Просто, ну, бред, блядь. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Намко. Не играйте в эту хуйню. Не знаю. Играйте в футбол на улице, во дворе. Это самая охуенная игра. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Намко. Не рычите. Все такое. Хотел еще добавить, ну ладно, я промолчу. Ладно, всем пока, ребят. Всем пока.